Здоров, пупсы. Я Петя, а это мой ролик. Ага, пусть он поцелуется. Задание простое. Ну давай, что ты, уважаемый мужчина, подходите, слюни вытри, смелее, руку на грудь. Да, можно и пониже. Я вижу, вы неопытный. Что вы принюхиваетесь? Что, подмышки пахнут или что? Ой, извращенец, господи, достался же мужик. Да бритые ноги, бритые, куда вы смотрите, все хорошо. А опять смотрит, и подмышки бритые. Ну вы товар выбираете, что ли, смелее. Руки аккуратней. Ну целуем, целуй меня, ну что, стесняемся. Ой, помогите, маньяк схватил. Эй, прекрати, лобызает, фу. А, схватил тебя за жопу. Не вырвется, полиция. Маньяк, нюхает попок. Спасите, пожалуйста, обнюхивает, облобызал. Ужас. Ну ладно, хорошо, тест пройден. Дети, урок математики, где мел? Снизу я что-то не вижу, где он мел. Кто видит? Ой, у меня разорвалось платьишко. Вы не видите мел, может под доской? А, вот же он. 5 минус 3 равно... А да к черту мать вашу, у вас вообще никакого будущего. Пошли нахер, дебилы. Так, кто-то у нас целуется. Ах ты стерва, это мой парень. Не смей прикасаться к нему. Вот он, пальчиком показываю. Нет, стоп. Ты посмотри на свои ляжки, ты же корова. Тебе нельзя к нему подходить. Ты запомнил, я тебя сейчас лицо сломаю, сука. На, получи, тварь. Вали отсюда, жопу. Вот так, а теперь к тебе. На, подонок, изменщик. Ненавижу тебя. Все, свободный. Два говноеда. Так, мы едем в Турцию. Ты не радуйся, дорогой. У нас билеты дорогие, так что... Давай-ка ты полезешь в чемодан, а билетик я сама возьму. Давай полезай уже, заебал. Вот, все, погнали в Турцию. В аэропорт. Ну-ка, расскажи мне, кто это был с тобой? Говори. Сейчас ты меня выхватишь по грудинке или по лицу. На, головой тебе. Выхватил, сука. И с правой. А? Ой, слабак. Ты мне за все ответишь. Привет, это опять я, ваш рыжий котик. Я вернулся. Так, моя нюха меня не кормит, я голодаю. Трындит весь день, я есть хочу, ты слышишь? Булки тут отрастила, ела. Я тоже такие булки хочу, давай жрать уже, слышишь? Кто ты, давай жрать, я голодный. Ну что, давай. Тебе носу кровать, ты меня задолбала. А я невеста, ну наконец-то. Йоу, ну, какой праздник, йоу, ха-ха-ха, завидуйте, сучки, я замуж выхожу, вау-вау-вау-вау, йоу, вау-вау-вау-вау, мечта сбылась, захомытали хотелка. Жю-жю-жю-жю-жю-жю. Ой, платье рвется. Ну все, не семняли. Задача проста, ты должен взять меня на руки, чтоб все нам завидовали. Да, я залезу, дай. Что ты нашептываешь? Поверни голову к людям, не позорь меня. Да я ножку закину. Любишь? Докажи. Любишь? Докажи. Что ты трясешься? Она смотрит, твоя краля. Что ты трясешься от страха? Завидуй, сучка. Завидуй, сучка. Гори в аду, гори, слышишь, в аду, гори в аду. Руку бери, куда ты руку на грудь? Ух ты, я тебе ничего не позволяла. Бери. Ты харасишь меня. Соседи смотрят или нет, я не пойму. Нам все должны завидовать. Завидуй. Мой мужик не отдам. Я думаю, теперь нам все завидуют. Идеальная пара. Надо бы немножко поспать, отдохнуть, обнять. Ой, что у меня поза такая. Впитываем энергию вселенной. Исполняем желания. О, задумчивая поза. Что же мне делать? Какую позу принять? А, получил. Что ты, резиновая жопа там сидишь? Сейчас подкрадемся. А, за жопу. А, просыпайся, исполняй свой долг. Что ты там, а? Ущипнула. Ла-ла. Я не знаю, такая бессонница, как бы лечь. Вот так? Может, вот так? Ну, не знаю. А может, вот так? Ну, может быть. Может, вот так? Ой, не спится, бессонница. Не знаю. Может, вот так обнять, полежать, не знаю, с звёздочкой. Не, на краю лучше. Во, на краю хорошо. Ага. Мне надо поставить мою коллегу на руки. Мы болельщицы. Ну я что, я воспользуюсь шансом. Тут столько зрителей и... Эй, колхозники, смотрите, я умею брейкданс. Вау, вертолет пошел, вау, погнали.
я как могу, вертолет пошел, камон. Не смотрите на эту потаскуху. Она вообще стерва. Личная. На меня смотри. Шлюха! Дорогой, мне кажется, твоя мама испекла какие-то поганые пироги. Что ты меня в танцы тянет, ой, ножки, что-то они слушаются. Ой, глянь, что она добавила в пироги? Ой, я что-то себя как-то не очень ощущаю, ты посмотри на меня. Что она добавила? Что это за рецепт? Что-то я совсем расползлась. Ты посмотри на меня, дай мне руку и помоги встать, а? Мне твоя мама не заберет меня. Что? Говорю, мама не заберет тебя. Все, я тебя захмутала ногами. Крепкий захват. Мне все-таки надо взять рецепт этих пирогов. Он такой ленивый, надо сбросить его с кровати. Он тяжелый, мне надо сделать разминку. Я просто так не могу, не разминаясь, это сделать. Мышцы не разогреты. Давай, мой хороший, я тебе сгоню с кроватки. Давай нахуй с кровати! Заебал. До 3 часов спи. Ага, надо сделать форму сердца. Ой, бледная поганка. Боится, что обгорит на солнце. Просит натирать кремом. Ну ладно, давай, давай, натру тебе, натру. Даже же бог мужика. Поправлю. Купальник режет. Жук врезался. Ну намазал тебя уже, давай. Я наконец-то на море, но не могу расслабиться. Поспать? Нет, поиграть. Не знаю, поспать, отдохнуть, позагорать. Может покопаться в телефоне? Не знаю, может быть отдохнуть, полежать 5 минут. На море. Нет. Позвонить, наверное. Надо кому-то позвонить, отдохнуть. Не знаю, может быть, море. Позвонить, сыграть, не знаю. Какой-то отдых. Не могу дальше тут расслабиться. Ё-моё. Ага. Так, дорогой должен меня посадить на шею. Ну, это-то и понятно. Дорогой, проснись. Кретин. Ну, посмотрите на этого кретина. Стоит как идиот. Проснись. Олень. Я здесь. Да, я ножку подниму. Вот так хорошо. Звезда лайнера. А ты рогатый. Я тебе 1 000 000 раз изменяла. Камон, рок-н-ролл. Погнали, олененок. Вези меня. Ю-ху. Вот такие мы.